что, друзья, напоминаю, 32-я международная выставка УФА, газ, нефть, технологии, и зайдем на стенд компании Горелтех, давних друзей канала, неизменных участников выставки подобных. Они здесь со своими новинками и с проверенной уже линейкой оборудования. Горелтех, защита, взрывозащита начинается с нас. Если вы думаете про взрывозащиту, автоматически у них, у вас должен быть такой рефлекс на Горелтех. Изначально, конечно, я с ними столкнулся, когда только делал обзор именно на, практически на корпуса, на какие-то светильники, и сейчас они уже изготовили частотник, взрывозащищенный частотный преобразователь, гордость продуктовой линейки компании, и тоже у них появилась линеечка барьеров. Здесь не настолько много их представлено, как было на нефтегазе, но здесь выставка, конечно, поменьше, но фактически они здесь в своем составе. Напоминаю, Горелтех — давние друзья канала, уже делал на них много-много обзоров. Все устройства у меня в надежности, использую их для демонстрационных и учебных целей. И что мне, как я уже говорил, особо импонирует, что у них есть учебный центр по взрывозащите. То есть объясняют нюансы, проводят семинары обучающие. То есть все это на научной основе. Вот так вот. Добрый день. Добрый. Знаем вас. Подписка, лайк, комментарий. Ну вот, я знаю, что оно эксклюзивное, но хожу вокруг около, постоянно много народу. И хочу, в том числе и зрителям, донести, что же в нем эксклюзивного, кроме взрывоощенного исполнения и, наверное, какой-то увеличенной мощности, да, сняли с языка. Единственный производитель, который делает стойки взрывоощенного на 75 кВт. 75 кВт. Данный экземпляр на 75 кВт. А до какой частоты частотник разгоняется? Не скажу. Достаточно, не надо понимать, смотрите, как все Инстар тут тоже представлен. Мне, кстати, Инстар, они тоже активную медийную политику ведут. Мне постоянно реклама попадается. 75 киловатт. Сейчас Кирилл. Ну, фактически корпоративную тайну. Мощные ребра охлаждающие. Взрывоощенный корпус XD. Ну, я думаю, профессионалы оценят. Ну и вот, уважаемые товарищи, что для меня было неожиданно, как неожиданностью полной, когда на стенде появились вот эти вот уровни меры: радарные, этот линзовый, этот с раструбом и микроволновой. Горелтех запускает в серию уже линейку уровнемеров. Кстати, здесь не представлено на 120 ГГц, вот этот на 180 и на 26. То есть для особо таких сложных случаев, для полевых сред, ну, понятно, на все температуры, все это в взрывозащищенном исполнении. Поэтому следите за работой сайта. Как я говорю, для меня это было прям удивительно. То есть я, конечно, отслеживаю так периодически работу, да, вот, ведущих наших компаний, но именно по уровню мерам для меня прям сюрприз. Да, неожиданно. В этом мире столько всякого, легко себя потерять.